Сегодня же глава Чувашии посетил Шамюршинский район. В муниципалитете подвели итоги социально-экономического развития района за первое полугодие. Подробности в нашем завтрашнем выпуске программы «Республика». А сейчас к другим темам. 1 сентября для более чем 130 тысяч юных жителей Чувашии и их родителей особый день. Начинается новый учебный год. В преддверии Дня знаний сотрудники МВД проверяют школы на безопасность. Но и сами полицейские тоже проходят проверку. В управлении по городу Чебоксары прошел строевой смотр личного состава, который провел министр внутренних дел по Чувашской республике Сергей Неяскин. Министр оценил внешний вид сотрудников, наличие удостоверений и жетонов, а также состояние служебных автомобилей. Перед началом смотра троих полицейских наградили почетными грамотами МВД Республики. Сотрудники проявили профессионализм при раскрытии тяжкого преступления по горячим следам. Глава ведомства Сергей Неяскин побывал также в городском центре управления нарядами, куда поступает вся информация об оперативной обстановке в городе. Здесь же дежурные принимают звонки, поступающие по телефону 02.